Привет, самое сокровище. Да. Запустим. Приветствую, Екатерина. Благословите, батюшка. Бог благословит во имя Отца и Сына Святого Духа. Как слышно меня? Вообще хорошо слышу, вижу. И тебя все замечательно. Ты, как всегда, у нас красавица. Я пришла с родительского собрания. О, это подвиг целый. Так, как нам быстренько назовем и, наверное, эфир? Приветствую тут отец Александр, да тут батюшка уже собрала целый собор, уже троих только вижу. Сейчас, мои дорогие, назовем, тема на самом деле актуальна, чем дальше в будущее, тем она становится все более востребованной. Не знаю, что, заработок в интернете, как назвать эфир наш? Ну, мне хотелось бы обсудить именно возможность заработка в интернете и насколько это уместно в православной среде, так как я 8 лет зарабатываю деньги в интернете и считаю себя православным человеком. Вот. Поэтому мне хотелось бы обсудить это, так скажем, именно с понимающим человеком, образованным в этой сфере, то есть с вами. А ты случайно не ошиблась? Нет, я в этот раз точно не ошибаюсь. Это ты 8 лет занимаешься, зарабатываешь деньги в интернете с помощью интернета. Я-то не зарабатываю пока. Ну, мне хотелось бы обсудить. Ну, хорошо, давай познакомимся немножко. Немножечко, вот сейчас уже не виснет, очень редко, но бывает у тебя подвисает. Притормажит интернет. Я хотел бы, поскольку я эфир на своей площадке запустил, немножечко ты представься, Катенька, а потом я для твоей аудитории чуть-чуть представлюсь, и мы потом пообщаемся по заявленной теме, потому что на самом деле технологии развиваются, это интересная тема, и чем дальше, тем она более востребована становится, потому что у нас на самом деле многие боятся интернета в плане каких-то финансовых дел. Мы попробуем сегодня все-таки разобраться и с духовной стороны по поводу этих вопросов, и все-таки с практической жизненной, потому что сегодня и кэшбэки, и что только не происходит, насколько это полезно или не полезно. Ну, представься чуть-чуть, потом я представлюсь для твоей аудитории, которая тоже будет смотреть, наверное. Ну, будем рассчитывать на то, что кто-то это будет смотреть. Меня зовут Екатерина, мне 36 лет, я мама двоих прекрасных сыновей, у меня супруг, которого зовут Артём. Полтора года назад мы переехали в Краснодарский край и живем за станицей Елизаветинской на дачах, то есть мы живем за городом. И это была моя мечта, я родилась и выросла в городе Чита, и был большой весомый ряд причин, по которым мне очень сильно хотелось переехать в Краснодар. Это все мне удалось осуществить с Божьей помощью и, конечно, с помощью инструментов, которые я находила в заработке именно в интернете. Вот. За эти годы не все мне удавалось, и не все было хорошим, что-то был ряд ошибок. А изначально, до того, как я стала работать в интернете, я была педагогом. И у меня 3 высших образования. Одно из них – физручок, педагог по физической культуре и спорту. Есть экономическое образование, бухгалтерский учет, анализ и аудит. Но вообще в целом совокупность этих образований была сформирована для того, чтобы искать возможности. А цель была такая – мне хотелось быть обыкновенной женщиной, варить борщ, убирать дома, ходить за своими детьми, чтобы за ними был досмотр, и чтобы меньше тратить, так скажем, силы на работу, а именно заниматься женскими прекрасными делами. Хотелось быть, в общем, матерью. Вот. Поэтому я хотела найти такой источник дохода, который бы мне позволил это сделать и быть вот мамкой с детьми, ну и чтобы было на что жить. И это если коротко говорить про себя. Ну, умничка, подтверждаю, что у вас замечательная семья. Один раз я был в гостях
у Екатерины замечательный трудолюбивый муж, ну и такие шумные, активные, хорошие детишки. Ну, для твоей немножко аудитории, меня зовут священник Константин Мальцев, я настоятель храма в Краснодарском крае, в станице Ленинградской, в одном из храмов, и достаточно стараюсь вести активную деятельность в интернете, потому что две причины. Во-первых, это в том числе проповедь как служение Богу и людям, и второй момент, все-таки я хочу показать, что священник через свои соцсети не настолько мирской и в то же самое время не сильно чопорный. То есть священник – это человек, который может быть добрым, нормальным. То есть противовес показать тем худшим примерам, которые иногда возникают как антипример в интернете. Там кто-то пьяный, кто-то еще чего-то. То есть вот живой пример показываю. Хотя я не идеал, могу оступиться. Вряд ли, конечно. Шучу, конечно, могу оступиться. Вот. Ну, давай к нашей все-таки теме. Твое желание, вот я уже слушаю тебя, оно, в принципе, нормальное. Мужчина должен как бы работать, зарабатывать, а женщина, она в большей степени дома и занимается семейным бытом. Но вот у тебя получилось даже соединить эти два замечательных момента и все-таки поиметь еще какой-то заработок, не выходя из дома. То есть, мне кажется, сегодня для женщины иметь дополнительный доход и чуть-чуть, я бы сказал, меньше зависеть от супруга, потому что женщина хочет какую-то автономию, да, как минимум финансовую. Но у нас зачастую не все там, женщина хочет там косметику, а муж говорит, да нафиг она вся одинаковая, что та помада, что это, что тут. Ну, я в рамках разумного за косметику, сразу, раз мы коснулись этого вопроса, в рамках разумного, когда это не вульгарно, когда это чуть-чуть подчеркнуть. Поэтому, ну вот какие-то такие мелочи, может быть, она хочет. А для мужчины это одни штаны одел, да и все. Хотя сейчас разные мужчины, может быть, и тоже и подкрашиваются, не дай Боже, вот, и тому подобное. Вот, поэтому, если к нашей теме, вот, о заработке в интернете, у меня, в принципе, технологии развиваются, возможности появляются, сегодня все больше и больше, в том числе и бизнес, магазины и тому подобное, уходит в интернет, потому что телевидение сегодня очень обширно, СМИ переходит в интернет, потому что многие люди, вот я когда в Москве бываю, да, я вижу, что люди просто на работе, в метро, а дома только ночуют, в большинстве своем. Естественно, в метро едет, он в мобильнике сидит. И что ему там делать? Он или образовывается, или читает, или развлекательный контент, или в том числе какой-то дополнительный заработок. Ну, давай, это какие-то общие моменты мы так коснулись. А вот вопрос твой в чем? Вот понимаете, в целом большинство людей, они что представляют себе? Ну вот я передаю вам просто светское мнение, что если человек верующий, то он такой весь должен быть, ну, в суперплатке, постоянно там, ну, чуть ли не головой об пол биться, и кстати, не может он иметь права, и должен не иметь права на ошибку. То есть вот, например, я даже порой иногда думаю, вот я так себя веду, что мне даже как бы, ну, как бы тяжело сказать, что, да, чтобы не опозорить православных людей, что я православный человек. На самом деле я всегда очень сильно стремлюсь к доброте, к взаимопомощи. И именно благодаря тому, что у меня стержень-то как раз-таки, что я все делаю с Божьей помощью. Но вот у меня какой вопрос. Многие люди,
они воспринимают то, что вот я, например, будучи православным человеком, как будто бы не имею права развиваться в интернете. Поскольку интернет — это зло, такой у них проводится как бы ассоциативный ряд, что в интернете только все плохое, и тем отраднее мне было заметить, да, что во все социальные сети, с, так скажем, с проповедованием добра и веры христианской, и, ну, в принципе, вера — это что? Проповедь добра, там, любви, взаимопомощи. И вот с этим вот мне хотелось бы, чтобы, так скажем, некоторый блок у многих людей, если он, ну, имеет место, развенчался, чтобы этого блока не было. Потому что, так скажем, это же просто деятельность. Это площадка. Это определенно площадка, которую нужно востребовать. Потому что если не мы будем ее востребовать, то ее в любом случае востребуют, то есть заполнят. Мы, к сожалению, вот в чем мое видение русского народа, он постоянно смотрит в прошлое. Это замечательно, с одной стороны. Это опыт, который надо учесть. Это история, которой нужно, конечно же, пользоваться. Но мы не смотрим вперед. То есть вот мы, у нас постоянно такая фраза, вот мы так жили, вот в советское время было так. Но смотрите вперед. Вот в этом плане я, конечно, не националист, но вот и к Америке не так уж прям эйфорично отношусь, какие они не молодцы, но тем не менее они постоянно, вот если посмотреть их СМИ относительно через интернет, реально, вот их, да, не переделах, не в нами озвученных, то у них постоянно: ребята, вот скоро мы на Марс, мы там сделаем биозону, то есть они постоянно вперед, 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 развитие. А у нас вот, если у соседа хорошо, то что это, как это у него так хорошо? Значит, у него что-то должно быть хуже, чем у меня. То есть мало того, что я всегда вот вижу у кого-то хорошо, я говорю: молодец, что ты добился. Он говорит: а почему вы радуетесь за меня? А я говорю: почему я должен не радоваться? Ну, у тебя получилось, слава Богу. За что я должен сказать, что ты такой сякой, что у тебя получилось, и осудить тебе в этом? Да нет, я порадуюсь за тебя. То есть у нас не умеют смотреть в перспективу и радоваться каким-то заслугам или каким-то успехам вообще любого человека. Мы постоянно смотрим назад, вот было так хорошо, да замечательно, что было. Но давайте теперь это хорошее делать в будущем. Ну кто нам мешает? Есть у нас, допустим, интернет, да? Можно и в плюс, и в минус его перенести, да? А есть у нас телевизор, можно и в плюс, и в минус его посмотреть. Ну, давай, допустим, телевизор, да? Можно по нему посмотреть «Союз» или «Спас», а можно порнофильм какой-нибудь скачать, посмотреть. Но также, каждый выбирает то, что ему нужно, то, что ему будет более лучше и ближе. Интернет то же самое, по большому счету. Многие люди, как я по опыту уже более 10 лет, вот, ну хорошо, не 10, но пусть сколько я настоятелем, 4 года, вот 6 лет я вот уже на разных площадках веду всякие трансляции, как-то более активизировался, да, зачастую выражение постоянно одно: я бы в храме вживую побоялась задать вопрос. То есть, значит, плюс есть в интернете, что человек через интернет, но задал этот вопрос, который он не мог задать. То есть вот этот барьер страха, он позволил ему преодолеть. Но это плюс-плюс. И я всегда стараюсь искать плюсы, чем минусы. Если на минусы равняться, можно в депрессию впасть или крайнее уныние. Да. То есть, получается, мы резюмируем, что в целом интернет-деятельность, если она адекватная, если она достаточно хорошая, да, то есть, то она имеет место быть не только у заядлых интернетчиков, но и у любого человека, который расценит эту возможность приемлемой для своего развития там, или благ своей семьи, там, вот для этого всего, правильно? Это отлично от человека зависит, как это направит. Потому что, ну, банальный пример: ножом можно убить, ножом можно хлеб отрезать и поделиться. То есть это лично от человека зависит.
Это прекрасно. Я вот этот пример с ножом очень хорошо поняла и запомню, и буду его теперь в дальнейшем использовать. Вот у меня теперь еще другой вопрос. Вот я как прихожанин, да, понимаю, что у каждого храма, особенно если он отдаленный от центра, ну, есть какие-то нужды, желания. Вот я один раз участвовала в такой акции, когда мы кормили бездомных всю зиму, потому что в Чите там по 40 градусов мороза зимой, и если не помогать людям, то бездомные, они просто, ну, гибнут. Они очень там пачками гибнут. В общем, и на что это все осуществляется, вся вот эта деятельность? Не только становление самого храма, да, но и вот эти всевозможные благотворительные акции, которые в рамках православной церкви очень распространены. То есть сейчас социум в православной церкви практически в каждом приходе, он достаточно активный. Я вот наблюдаю поддержка молодежи, поддержка, так скажем, пожилых людей, да, все вот это объединяется. Потом воскресные школы, там нужно тоже большую базу иметь, чтобы это все организовывать. Вот имеет ли право, ну, так скажем, батюшка или священник заниматься какой-либо интернет-деятельностью, ну, хотя бы для того, чтобы, если будет у него что-то получаться и какой-то привлекаться будет трафик, чтобы люди не просто пожертвования, да, делали, но чтобы священник, например, имел как заработок, то есть тоже из интернета, как источник вот этого дополнительного дохода, которым он бы мог распоряжаться, ну, например, на развитие того же храма или там своих собственных нужд, потому что я знаю, какие зарплаты у священников бывают, а и там по много детей. Вот такой у меня вопрос. Ну, особенно для периферийных храмов, это даже такая, знаете, тростинка, чтобы хоть как-то финансово удержаться. Потому что, ну, как пример, я знаю одного батюшку, у которого зарплата реально 4 тысячи, реально 4 тысячи, и он выживает, только разводя курочек, вот яички, продавая эти яички и этих курочек, да, допустим, которые там цыплята разводят. То есть вот только за счет этого выживать. На 4 тысячи вот просто сегодня в магнит сходить, чтобы небольшой какой-то пакет продуктов купить, это, ну, 1500 как минимум. А если, ну, пост, там, ну, 1000 в неделю, к примеру. Ну, а если семья, там много деток. То есть и сегодня мы видим, зачастую некоторые храмы начинают, или лично батюшки говорят, вот пишите записочки к такому-то празднику. С одной стороны, вроде смущение, что я могу тебе дистанционно заказать эту записочку, да? Хорошо, если ты в той же станице или в том же городе находишься, ну, ты можешь себя понудить, поедь и закажи. А допустим, если я на Кубани, а ты, допустим, еще в Чите, как ты ко мне приедешь и запишешь, закажешь эту записочку, да, чтобы помолись? Это практически нереально уже. Ну, если только в гости там запланировать раз в году. То есть, а для батюшки это какая-то копеечка, которую просто элементарно хоть как-то вздохнет. Ну, элементарно. И вообще, если мы коснулись дополнительных заработков священников, то сегодня священнику дозволительно какой-то иметь дополнительный заработок, ну, который не сопряжен с грехом. Ну, к примеру, с потолка сразу. Нельзя ему организовать там трактир какой-то, где выпивать будет, нельзя там публичный дом. То есть все, что вот сугубо связано, ну, я не думаю, что кто-то будет организовывать. Хотя вот, если позволишь, я, кстати, сейчас часы возьму, чтобы мы ориентировались по поводу трансляции, а то я, бывает, заговариваюсь и ухожу в сторону. Я даже один пример расскажу. Я как-то, роспись была в храме, и вот я обратился к одному благодетелю и говорю, не хотите ли в храме, чтобы благодаря вашему пожертвию написали икону вашего святого? Виталий его зовут, он говорит, хорошо, ну вот, пожертвовал ему копеечку, и все-таки мне же интересно, вот Виталий, да, что это за святой, я же наизусть всех не могу житие знать. Вот, я начал интересоваться его житием, читать, и оказывается, это был преподобный, то есть монах, он ходил в публичный дом, вот сейчас интересно будет, и вместо того, чтобы пользоваться услугами этих женщин, он платил им деньги за то, чтобы они
просто сидели и слушали. Он им читал Священное Писание, потом его толковал. И его, конечно, осуждали за это люди, которые не знали, для чего он туда ходит. Братья-монахи, ну, миряне, грубо говоря. Вот. И он сказал, никому не говорите, зачем я сюда прихожу. Но когда, если почию, умру, тогда расскажете. И когда он почил, десятки этих женщин пришли на его похороны, некоторые плакали и говорили, что благодаря ему и его проповеди я ушла с этого греха, с этого пути. А некоторые говорят, я так и не успела покаяться, но теперь закончу эту греховную жизнь. То есть, понимаешь? Mm-hmm. То есть, не все, что мы видим внешне, на самом деле внутри так плохо. И вот тебе конкретный пример, да? Ну, это я просто к тому, что там батюшке нельзя публичный дом. Ни в коем случае, конечно же, нельзя. Но вот такая интересная история со святым. Вот. А если он, допустим, не знаю, делает кроватки своими руками, деревом, там, курочек разводит, ну, хотя бы какой-то вот такой момент, но это еще куда ни шло. Вот я в Питере был недавно на сессии, да? Там есть диакон, чтобы вы понимали иерархию. Сначала идет диакон, это первая ступень духовенства, потом священник. И вот там диакон, у него зарплата около 10 тысяч при наличии Питера. И ему приходится иногда таксовать, чтобы хоть как-то еще выжить. А что ему делать в городе на 10 тысяч? Как выжить в Санкт-Петербурге? Батюшка, а расскажите историю про доски и гробы, чтобы детей одеть. Это тоже как-то, я знаю, что это был ваш этот прекрасный маневр. Да, был такой опыт. На самом деле у каждого священника, понимаете, большие зарплаты только в больших городах. Это объективная реальность. Или в центральных больших храмах центрального района. А на самом деле, более все остальные храмы, они достаточно не финансово несостоятельны и маленькие зарплаты у священников. Это объективная реальность, потому что многие думают, что батюшка там не мерен денег. А вот я вам объективную реальность говорю. У меня подходит 1 сентября, мне надо детей одеть, канцелярию купить. Что мне делать? У меня денег нету. Ну, заплатила коммуналку, продукты купил, а детей в школу собрать надо, что делать? Я в храме, грубо говоря, занимаю денег, купить лес, доску, привожу эту доску и своими руками начинаю делать гробы. Потом я эти гробы опт отдаю, возвращаю деньги в храм и на остальные деньги покупаю канцелярию, форму детям в школу. Что мне остается делать? Я дееспособный, грубо говоря, помимо что священник, я мужчина, я глава семьи, я должен обеспечить свою семью. Я должен решить этот вопрос. Идти воровать, ну это дуристика. Ты мужчина, ты у тебя руки, ноги есть, мозги. Пожалуйста, не впадай в крайности. Вот поэтому и в моем случае я порой какой-то дополнительный заработок ищу, который не сопряжен с грехом. Однозначно, выживать как-то надо, хочешь ты того или не хочешь. Да. Спасибо за пример. Мне просто хотелось бы, чтобы многие люди, да, которые послушали вот этот эфир или, может, запись этого эфира, чтобы они какую-то сложили полную картину о том, что на самом деле у нас есть, помимо того, что мы духовно, да, как-то живем духовной жизнью, но тем не менее, когда дети там требуют одежды, еды, то здесь, естественно, есть желание зарабатывать и обеспечивать, так скажем, себя, свою жизнь и жизнь своих детей. И вот я бы хотела, с вашего позволения, буквально за 5 минут рассказать об одной из возможностей, которая есть сейчас в интернете. Почему я тоже захотела, чтобы не только из моих уст это услышали, потому что они, когда многие люди, когда на меня смотрят, они почему-то меня воспринимают, как будто мне все с неба свалилось, такой вот успешной, смазливой, такой вот какой-то, в общем, такой я и являюсь. Но в целом, мне хотелось бы большим людям рассказать про эту возможность, и чтобы они услышали. Почему? Потому что это как удочка, которой можно ловить рыбу.
Сейчас с помощью интернета можно продвигать любую информацию, будь то проповедь православная, чтобы как можно больше людей услышали вас и опомнились. И если бы я ваши посты не читала, я бы больше грешила, потому что искушаются над днями со всех сторон. Так вот, и не только проповедь можно сделать, но и продвигать любой товар или услугу. В целом у нас продажа на каждом шагу идет, любой товар или услуга продвигается, и самое лучшее продвижение – это именно с помощью интернета. Тогда, если мы двигаемся с помощью интернета, где это осуществляется? Это осуществляется с помощью различных социальных сетей. И сейчас мы находимся в сети Инстаграм. То есть с помощью Инстаграма, если вот у вас большой, так скажем, есть большой, хороший, раскачанный аккаунт, что я называю раскачанным, то есть он имеет свою определенную аудиторию, людей, которые могут вас, ну, послушать, услышать, то вы можете делать промо таким образом, каких-то спасаем мы там некоторых детей, да, то есть там оказываем всякие акции благотворительные. Ну и кроме того, сейчас, например, как развить свой аккаунт, задаются таким вопросом большое количество людей. Будь то магазины, будь то различные товары, услуги, кто-то делает брови, кто-то делает ногти. Ну вот любой человек, который заинтересован в этом, он хотел бы развить, но не знает как. И у меня появилось такое желание развить свой аккаунт в Инстаграме для того, чтобы научить этому своих людей, которые так же, как я, зарабатывают в интернете. Мне очень хотелось им помочь. Потому что я умею с помощью других не только социальной сети Инстаграм, ну, развиваться в интернете, то есть двигаться, а мои люди не умели. И вот в этих поисках я нашла прекрасную возможность, играя, так скажем, развить свой аккаунт со своими целями в Инстаграме, неважно, какие цели. То есть это могут быть очень благие цели, это могут быть неблагие цели, потому что все люди разные, с какой целью они будут развивать. Но инструмент рабочий, как это делается в рамках современного мира, был найден. И специалисты, которые в области Инстаграма разбираются, они признают этот инструмент, эту площадку Инстагейм, действительно обучающей, образовательной, полезной такой игрой. Я думаю, за какую ты площадку говоришь? Думаю, я только одну такую площадку знаю. Думаю, может, ты еще какую-то назовешь. На самом деле, я зарегистрировался, посмотрел эту площадку. Я даже не могу сказать, что это Инстагейм, то есть Инстаграм-игра. Я даже не могу назвать ее игрой. Знаете, это, может быть, так себе видят создатели ее по названию. Но на самом деле, по мне, это очень дешевая и качественная площадка по образованию. Это первое по образованию, потому что... проходя там определенные задания, ты, опять-таки, развивая самого себя, в каком плане, что ты учишься, ты можешь элементарно научиться хорошо там пост писать, сторис делать, то есть именно в плане Инстаграма, то есть там хорошая образовательная есть ниша. И плюс ты можешь еще как-то немного заработать на вот этой площадке. То, что ее называли Инстагейм как Инстаграм, ну, по мне, так, это чистое название, потому что там реально образование и дается возможность еще заработать. Я недавно даже кратенький пост делал о этой площадке. Просто, ну, всем пропагандировать, идите туда, но как-то это не совсем неуместно на самом деле. Но реально хорошая площадка. Просто каждому не сможет сказать, это не игра. Это образовательно, это возможность там как-то незначительно заработать. Но опять-таки, значительно и незначительно, там можно хорошо заработать, если ты будешь активно заниматься этой площадкой, активно заниматься саморазвитием, то можно, в принципе, неплохо заработать. Но это, конечно же, перспектива. Вот. Но согласен с тобой, это хорошее место. Отец Константин, вот вы знаете, что даже у меня, у человека, который там дружит со священниками, достаточно давно ходит на исповедь, в храм, борется со своими грехами, у меня даже был барьер, прежде чем предложить вам эту площадку.
Почему? Потому что, ну, во-первых, я посмотрела, что у вас и так там уже так круто, много подписчиков, и все так, жизнь кипит, и вы такой хороший специалист. Но все-таки так, зажмурившись глаза, я думаю, я все-таки вам напишу, потому что, может быть, это будет полезно не столько вам, сколько, ну, другим батюшкам, у которых там... Два подписчика, три наката. Вот, и мне захотелось, как бы, чтобы вы им дали инструмент, с помощью которого они смогли бы тоже до какого-то компетентного уровня дорасти в Инстаграме и при этом еще и заработать. И здесь, конечно, что хотелось бы добавить. Я не знаю ни одного такого дешевого ресурса, как Инстагейм. Потому что я хотела... Да, я хотела своим людям найти эту удочку, да, вот обучалку в моей команде, но это все было дорого, а люди приходят в интернет наоборот, чтобы заработать, а не чтобы потратить там деньги. Это понятно, что надо учиться, всему надо учиться, но мне хотелось найти, чтобы это было дешево. То есть в Инстагейм, если человек оплачивает за год, это обходится 300 рублей в месяц, 320. Если оплачивает за месяц, это Инстагейм называется площадка, то тогда происходит что? Это 890 рублей. Но те специалисты, которые разбираются в Инстаграме, они говорят, что та база, которая там сформирована, стоит, ну, в разы дороже, в 10 раз дороже, это чем если даже оплачивать за месяц. Это 100%. Я вот сейчас, я секунду перебью, буквально два слова вставлю. Я вот более активно, наверное, года полтора, максимум два вот стал в Инстаграме. Я на разных площадках был, на разных там вебинарах, на разных прямых трансляциях. И вот то, что вот за два года я уже сегодня знаю, по сути, там все включили очень мобильно, лаконично. И, ну, это не те, это вообще не та цена, которую вообще можно... оценивать, потому что тот базис, который вот я за два года получил, там, по сути, за эти копейки просто дается. Я зашла в эту игру не чтобы зарабатывать, а чтобы обучиться и развить свой профиль в Инстаграм. Заплатив за три месяца, так получилось, что я стала, естественно, своим людям вручать этот инструмент, они начали его развивать. И вот те люди, которые спрашивают, как зарегистрироваться, вот конкретно на момент этого эфира у меня в профиле, я установила в шапке профиля кликабельную ссылку, которая называется... топ-линк. То есть это такая визитка, где все кнопочки кликабельные, в том числе там есть кнопочка, если вы хотите зарегистрироваться в Инстагейм, и нажимая на эту кнопочку, вы зарегистрируетесь под отца Константина. Я сегодня его ссылку положила, мне одна женщина написала, я на какого-то мужика попадаю, когда нажимаю на вашу ссылку. Я говорю, это нормально, это у меня сейчас такой маневр. То есть если вы сейчас захотите зарегистрироваться в этой площадки, вы можете поискать ссылку для регистрации у батюшки на странице в Инстаграме, либо у меня в шапке профиля в топ-линке, то есть там, нажимая на кнопочку, вы попадете как раз на регистрацию. Регистрация бесплатна, изнутри можно оценить сервис и заплатить, если будет такое желание. А самое главное преимущество продвижения именно этого профиля, потому что там в рамках игры мы, люди живые, не боты, пишем друг другу комментарии, ставим лайки, поддерживаем, просматриваем сторис. А если кто разбирается, то Инстаграм ботов сейчас просто уничтожает, и невозможно это сделать накрутки с помощью ботов. Кроме того, мне хотелось бы такой, как сказать, привести пример, что ли, показать пример. Может быть, кто-то последует из каких-то модных блогеров моему примеру, вдруг ему попадется это на глаза. В рамках этой игры зарегистрировалась я, у меня там стали вот эти вот маленькие копеечки капать. Мне накапало за эти буквально пару-тройку дней вот мой аккаунт. А здесь накапало мне вот 3726 рублей на данный момент. Видно? Да, видно. Мелко, наверное. Да, я рад за тебя. Вот. И мне хотелось бы на ваш храм эти денежки пожертвовать, батюшка, на то, чтобы у вас был тоже у вашего храма, потому что я знаю, что у вас там есть определенные нужды, чтобы вот эти денежки пошли на пожертвование, на развитие вашего храма. Может быть, это
так скажем, а вот спрашивают, это все капает. Это капает от людей, которые захотели обучаться в этой игре этому продукту и захотели оплатить, там, например, 890 рублей или там за весь код. Это капает от этих людей. В целом вся информация, если у вас будут вопросы, можете мне написать в личку, я вам могу презентовать это все, рассказать, где это все подключается. Если вы зарегистрируетесь, это все есть в этой платформе, там все есть объяснения, презентации, откуда деньги, где учиться, как играть. И мне хотелось бы, батюшка, вас очень сильно поблагодарить за то, что вы, так скажем, крылья не обломали, а наоборот вдохновили. И много я знаю многодетных семей православных, и много я знаю, ну, действительно нуждающихся людей, которые бы могли развиваться в интернете и находить разные возможности для заработка, для себя, для того, чтобы... Я тебе, знаешь, как скажу? По сути, процитирую Христа. Он сказал, что каждый проповедующий питается от своей проповеди. То есть... как бы каждый труд должен быть грубо вознагражден. Если, допустим, ну как вариант, да, я в интернете проповедую, то я это делаю безвозмездно, во славу Божию. Но если у меня есть возможность как-то еще какую-то копеечку заработать, никого не ущемляя, никого не обижая, а просто параллельно развиваясь, в том Господь и говорит, каждый питается от проповеди своей. То есть тут палка о двух концах. Вот у меня, допустим, на YouTube-канале, да, уже сегодня я могу включить монетизацию. То есть это маленькие там копеечки буду, но я уже как бы получать с просмотров. Я этого не делал, я не включаю. Почему? Потому что вот YouTube-канал для меня, он не та площадка, на которой там можно как-то заработать. Поэтому я просто не включаю. Ну вот есть он и есть. А здесь реальная площадка, о которой мы говорим, вот это, я даже не могу сказать, что игра, вот ты говоришь, играть, я больше бы термин применил развиваться и продвигаться, если это интересно, то есть тут же у каждого свой личный интерес, понимаешь, кто-то будет это развивать с целью для чего? Образование, кто-то будет это больше развивать, чтобы какие-то свои там физические потребности восполнить, там шубу купить, еще что-то там, потому что там реально, если послушать, как вот эта перспектива, эта площадка, она серьезно разовьется, я в этом даже не сомневаюсь, потому что там очень все грамотно делается, изначально, это, знаешь, когда это экспериментально, это один вопрос, а когда это уже грамотно начинается, это хорошая перспектива. Но мне бы хотелось дополнить, что вот я сейчас сижу в своем домике в Краснодаре, который был заработан мной в интернете, и что я достаточно, так скажем, весомый специалист в заработке в интернете. Как бы такое небольшое хвастовство хочется устроить. Почему? Потому что когда говорю что-то, хочется чем-то подкрепить, да, что это настолько реально, насколько это реально. Но если бы я не училась вот таким вот образовательным штучкам в интернете, я не смогла бы заработать эти деньги. То есть получается, что если мы не учимся, если мы не развиваемся, мы не зарабатываем. Но если мы зарабатываем, то имея в руках достаток, да, вот те же деньги, то мы можем с помощью их творить много добрых дел, оказывать много помощи. Ну, даже жизни мы можем спасать, ведь так? Конечно. Ну, я еще в дополнение к твоей скромности хочу сказать, что для тех, кто будет смотреть, в том числе в записи, Екатерина, она хороший специалист и в плане вот криптовалюты, очень хорошо занимается. У нее на Ютубе есть свой канал, в котором она очень все это доходчиво рассказывает, очень грамотно рассказывает. И вот подтвержу то, что она на самом деле вот специалист в области заработка в интернете на всяких площадках. То есть это хороший специалист. И самое главное, что православный. То есть хоть какой-то есть... Я объясню, почему я подчеркну этот момент. Хоть маломальски есть такой нравственный внутренний закон, как бы
покаяния, любви к ближнему человеку. Понятно, что все равно, когда ты зарабатываешь, ты преследуешь какие-то свои личные интересы, да, переехать с щиты в теплые края, купить там дом и тому подобное, то все равно какие-то у тебя есть жизненные такие цели, обстоятельства, но тем не менее это хорошо. Я когда в Чите замыслила переезд, я поняла, что мне нужно кому-то помогать. Ну вот найдите человека, которому хуже, чем вам, и начните ему помогать, и вам сразу полегчает. И вот когда мы начали кормить бездомных, я там с парнем, в общем, это делала с послушником, и он сказал потом, когда у меня моя мечта свершилась, он сказал, что ему помогали 3 женщины. И он молился, и, в общем, у этих 3 женщин, в том числе и у меня, как бы единственное желание, которое было в течение этого года, оно свершилось у всех 3. И он сказал, вот, что сила молитвы делает. Я говорю, да, она вообще здорово. То есть такой был как бы положительный посыл от него, который меня тоже подкреплял. То есть, как бы, когда делаешь какие-то добрые дела, себя чувствуешь так хорошо, думаешь, какой я молодец, я вот все буду делать, давай вперед. Ну и как-то вдохновляешься. И поэтому, когда я делюсь информацией, я всегда это делаю для человека. И думаю, что вот меня же когда-то спасла информация данного плана от многих вещей. Там, может, даже от того, чтобы рухнула семья, потому что я знаю много семей, которые разбиваются, лодка семейная, а быт. Вот. Наша семья тоже испытывала большие трудности, мы не исключение, мы там 5 лет жили на съемной квартире и, в общем, нуждались в деньгах. И все не так легко, да, то есть это же все равно труд развиваться, учиться. Поэтому это все очень сложно. Но все это было проделано именно для того, чтобы сохранить семью и обрести счастье. Будьте счастье. Это очень примитивно. Замечательно. Ну, давай, может быть, немножечко давайте по этой площадке. Хорошая площадка, на самом деле. У меня и у Катеньки в шапке будет профиля. Я думаю, стоит подписаться на нее, кому эта тема интересна. У меня тоже есть топ-линк, и там тоже в ссылках есть, уже когда зайдете, все мои соцсети, где я есть, и в том числе ссылка, площадка, где я развиваюсь. Вот, поэтому посмотрите. Давай мы немножко быстренько, у нас не так много времени остается. Мы сейчас, если есть вопросы, я полистаю, сейчас поотвечаем на них. Так, тут один батюшка был, еще один батюшка. Сейчас посмотрим. Вопросы быстренько листаем. Еще. Так, здравствуйте, батюшка. Так, в пятницу. Так, теперь пятница. Нет, по субботам будет, как всегда, эфир, а в пятницу вот у нас просто такой спонтанно, но запланированный эфир. Дальше. Здравствуйте. Москва, вижу. Я просто комментарии не читал, а сейчас вот вижу комментарии. Добрый вечер, отец Константин. Скажите, как правильно поступить в начало соборования, потом исповедь или как наоборот? Нет, соборование – это отдельное таинство, и оно никак с исповедью не сопряжается. Поэтому для соборования исповедь не причастие не нужно. Дальше. Сразу, да, поотвечаю все текущие вопросы, если будет так. Везде нужно нести хорошее. Да, спасибо, Господи, благодарю. Согласен. Так, дальше. Да что ты не хочешь листаться? Вот, листаем. Так, я тоже стараюсь так думать и деток этому учу. Честно говоря, уже не совсем знаю. Тут золотые слова. Наверное, за тебя говорят, что золотые слова. А потом пишут, ужас, жесть. А, это, наверное, за зарплаты священников начал говорить. Да. Так, мне обидно, очень все меня игнорят. Ну, мой родной, я надеюсь, завтра, если ты придешь в эфир, мы с тобой, может, подсоединимся и пообщаемся. Я не буду тебя игнорить. Это нормально. У него было отключение. Не знаю, о чем речь. Ужас, мы называем это Россия.
Да не, в России, по сути, есть свои плюсы, но есть, конечно, и минусы. Умоляю вас, люди, кто-нибудь поговорите со мной. Я тебе еще в директ напишу. Пообщаемся. Легенш. Так, ладно, дальше. Батюшка, спасибо за эфир. Во славу Божию. Дальше, дальше. Да, не хуже. Может, да не, в Африке хуже. Так, в одно смотрю, двое дальше, знаете, жду до завтрашнего эфира. Спасибо Господи, благодарю. Инстагейм, да, вот это название этой площадки. Сколько там платят? Там, по сути, грубо говоря, вы оплачиваете за площадку. Сначала там бесплатно, даже что-то можно почитать, посмотреть видео некоторые, которые доступны вне оплаты. Вот, а потом уже, если вы хотите, оплачиваете определенный тариф, вам уже открываются некоторые другие площадки, и уже вы начинаете как бы трудиться, может, кого-то приглашать под себя, чтобы подписались. Ну, да, по ссылке, по большому счету. Так, в профиль есть у вас, если я не знаю, да. У меня в топ-линке там все. Так, помолитесь за меня. Подкрепи милосердие Господь. Ну, вроде все, особо вопросов не было. В основном повозмущались за Африку и Россию. Вот, ну и за все, слава Богу. Что у нас остается? У нас 5 минут. В принципе, у нас такой нормальный плодотворный эфир, я думаю, прошел. Основные вопросы мы ответили и озвучили. Вот, я думаю, что подводя итог ко всему, нужно подходить благоразумно и всего искать плюс. Если ты зарабатываешь в интернете, у тебя получается, молодец. Нужно просто всегда помнить, в царское время была, ну, последнее, ближайшее, что он может помнить, каждый делал десятину от своих доходов, да, приносил в храм или на благотворительность, зачастую тоже сегодня. Мы никакой десятину не делаем. За счет этого приходится храмам какую-то цену ставить за свечку, за иконочку и тому подобное, за требу какую-то. По мне так было бы замечательно, если у храма был бы какой-то основной доход, вот не то, не со свечечки, а вот ну, пусть с площадки такой или еще чего-то, то, по сути, батюшка-настоятель мог бы позволить бы себе тогда безвозмездно там крестить, безвозмездно отпевать. Не в случаях только, когда это вот какая-то совсем ну, нуждающаяся семья. Да? Вот как ко мне недавно пришла там, женщина, говорит, я вот нянечка в садике, мне совсем тяжко, вот у меня двое детей, я хочу покрестить. Я говорю, да не вопрос, я покрещу вас, слава Богу, безвозмездно. Пожалуйста. Ну, понимаете, это в основном исключительный момент. Я не могу всех так подряд, потому что мне надо платить налоги, мне надо платить коммуналку и тому зарплаты людям, которые в храме. То есть я не могу этого себе позволить. А вот при наличии какого-то дополнительного хорошего если заработка, то это можно сделать. То есть вот я это со своей точки зрения вижу. Ты, допустим, со своей другой какой-то там, ну, допустим, тоже какой-то благотворительностью больше заняться там. То есть какие-то свои кредиты закрыть. То есть, ну, это хорошо, я считаю, когда есть возможность незначительно вкладываясь и развиваться. То есть, опять-таки, невозможно просто с ману с неба получить. Все равно какие-то вложения всегда нужно делать. Но самое, что мне нравится, в той же самой этой площадке, о которой мы только что говорили, ты вкладываешься в себя. Вот что мне нравится, ты вкладывай в себя. Ты не в кого-то вкладываешься, ты в свое образование вкладываешься, ты в развитие свое вкладываешься. Вот что мне нравится в этой площадке. То есть ты в сам себя вкладываешься. Не хочешь, не вкладывайся. То есть вот, вот так вот. Ну, ладно, Екатерина, если у тебя есть вопросы, еще отвечу. Если нет, тогда буду благодарить тебя за совместный эфир. Я буду очень вас благодарить за совместный эфир. И к вам приеду посмотреть ваш храм на Пасху. Буду ждать тебя с радостью, с мужем, с детками. Буду искренне вас рад увидеть, вместе помолиться с вами.
Ну, тогда всех благодарю, кто сегодня был в нашем эфире, кому была полезна эта тема, этот эфир. Я искренне буду рад, благодарен вам, если вы как-то воспримите для себя это. Вот. Ну и тебя, Екатерина, благодарю за то, что ты сегодня нашла возможность. Сейчас мы пока вот так вот сделаем, что ты нашла возможность сегодня пообщаться, поделиться своим опытом, поделиться своей красотой в этом эфире. И, надеюсь, наш с тобой опыт и наша с тобой красота принесет многим-многим благо и душевное, и всяческое. Ну, в принципе... Да, ну тогда, наверное, на этом все. Всех храни Господь, всем мира, любви, здравия душевного, телесного. С вами был священник Константин и Екатерина Зайцева, да? Зайчкина. Зайчкина. Ну, Зайчкина. Ну, а, кстати, Зайцев, это у тебя еще одна площадка может быть. Ты можешь дизайнерством заняться. Это муж наградил меня такой фамилией Зайчкина. Ну, значит, скажешь ему спасибо.